магистралку оттуда подтянуть, а один из естественных. Понял твою работу. Молодец, только что. Ваша задача проверить внутри арены, потому что там тоже могут быть горючие материалы. Огромное пространство, просто там тоже может дым удеваться некуда. Попробуйте проверить, но имейте в виду, расстояние огромное, следите за давлением манометра. И идти, выберите один кресельный ряд, допустим, то есть какой-то, чтобы никуда не переступать, и этим же, чтобы назад вернуться. У вас задача только визуальный осмотр. Третье линия, посмотрите, кто полез. На площади 250 метров квадратных. Горят строительные леса под крышей арены.
локализация 200 метров квадратных, 250 метров квадратных. Сереж, я пошел к створке.